Расскажите о своем питании. Ой, лучше я не буду рассказывать, потому что если я вам расскажу, вы не поверите. Я ем все, когда хочу. Вопрос, когда я хочу, бывает такое, что я неделю не ем. Мне не хочется есть. Я редко испытываю чувство голода, но если я его испытываю, то я могу вообще просто все, что есть, все, что я вижу, все съесть. А потом лежать вот с таким животом и думать, божечки, когда же это пройдет? Ну, то есть я не делаю выбор в еде никак вообще. Если я прихожу в гости или готовит моя мама, вот я сейчас в Краснодаре жила, я ем все, я всеядна. Но если я одна и знаю, что мне не надо кормить гостей, допустим, то я выбираю вот то, что вот прям мне вот хочется. Я прям закрываю глаза в магазине и вот стою, блядь, как дебил полчаса, и думаю, вот что бы мне сейчас хотелось. Мне приходит на ум разное. И крабы, и красная икра, там, или печеньки. Вот недавно мне пришло на ум съесть доширак. Я просто купила доширак, и это было удовольствие, как будто крабов ела. То есть всегда вот что-то мой организм хочет, и ем. Либо то, что дают. В моем мире вот эти всякие там правильные питания, худение, мне вообще нет. Ответь, пожалуйста, в моей реальности наркоманы, что они мне транслируют? Так, давай ты сама себе ответишь на этот вопрос. Зачем наркоманы пользуются внешними атрибутами ухода в реальность, в другую, да? Ухода из реальности этой. Для чего они это делают? Перечисли, это и есть твои шаблоны. Это и есть то, от чего ты уходишь. Они же просто твои зеркала. Они отражают тебе то, что в чем ты не хочешь себе признаваться. Они уходят от реальности, как и ты. Тебе надо поймать вот это место, где ты уходишь от реальности, что ты не хочешь видеть, что ты не принимаешь. Плюс они хотят удовольствия, и ты тоже хочешь удовольствия. Других способов они не находят, ты, видать, тоже не можешь найти разные способы получения удовольствия. И твое удовольствие может ограничиваться секс, еда, рок-н-ролл, посмотреть фильм, полежать на кровати или поболтать с подружками, или что-то купить. Ну вот все, я не знаю, может, еще что-то. И ты себя этим ограничиваешь, а область твоих удовольствий лежит в том, что ты не делала, допустим. Хотела бы сделать, но боишься сделать. Для чего еще наркоманы наркоманят? Помимо удовольствий. Что ему еще надо? Ну, многие начинают, чтобы как-то социализация у них произошла в кругу друзей. Там, например, хочется с одной компанией дружить, она такая классная, и они там все наркоманят, ну, типа за компанию. Вот, где-то за компанию тоже делаешь кучу таких вещей, которых бы сама не сделала. То есть тебе нужно прям порассуждать, какие могут быть причины у этих наркоманов. Потому что все, что ты за них подумаешь, это все твое, все твои шаблоны. Что делают наркоманы? Для чего они это делают? Если бы это не было бы твоим, у тебя бы таких мыслей бы не пришло. Ты не смогла бы за них не смогла бы за них придумать ничего. А все, что ты скажешь за них, это твое. Наркоманы немного отличаются от алкоголиков, да, алкоголь — это получение удовольствия, радость, ну, там в основном уход от себя шаблонного желания быть раскрепощенным, желания быть прямым, прямолинейным, делать, что хочу, говорить, что хочу, без вот рамок каких-то ограничений, это вот это желание у алкоголиков. А вот наркоманы, они именно больше про удовольствие. И они ближе к себе, чем обычные люди. Обычные люди хоть шаблоны живут, эти хотя бы знают, что радость главнее всего в жизни. Вот. Мне, например, наркоманы очень нравятся. Просто они не нашли другого способа
как получать эту радость, потому что радость — это индикатор вашей наполненности, вашего движения. Ну, радость — это не только наполненность движения, да, это, ну, это вообще основа вашей жизни, то есть ваше состояние телесное должно находиться всегда в таком состоянии. Я не говорю эйфории. Радость, она может быть и от гнева, радость может быть и от любых американских горок. Главное, чтобы эта радость, ну, чтобы вы понимали, что радость — это не просто смех какой-то, да, а это моральное удовольствие и наслаждение жизнью. И вот наркоманы, они поняли то, что ни деньги, ни человек, ни какие-то материальные блага не имеют такой важности, как удовольствие, как радость. Они ближе к себе. Просто, ну вот, не знают другого способа. Вот. Где у тебя подавлена радость? Где у тебя подавлено удовольствие? Почему ты не хочешь рассматривать, в какой области они лежат? Это вот все про это, про тебя. То есть, если в окружении наркоманят, они тебе показывают это. Нелли, не могу разобраться с морганием. Подскажи, пожалуйста, что значит морганием? Нервный тик или что? То есть, ну, надо разобраться, наверное, с событиями в жизни, да, откуда нерв дёргает. Давление в затылке, куда смотреть. Все, психосоматика пошла, да? Хороший вопрос. Смотрите, вот чтобы вам проще было. Я не хочу вот отвечать вот такими шаблонными фразами, как пишет по психосоматике там Луиза Хей, кто у нас так еще пишет, Довлатов. Но это все банально и просто. Вы в интернете можете набрать психосоматика и посмотреть, что сигналит. Я хочу, чтобы вы вот не вот эти вот тексты читали, да, пока вам не скажут, что давление в голове, ну, вы давите на себя, ну, очевидно же. Научитесь рассматривать ваше тело и получать ответы свои, собственные, не шаблонные на всех, как гороскоп у козерогов, на всех козерогов одинаково, да, а свой собственный ответ, как его получать. Наше тело орёт нам через боль, через болезнь, через какие-то сигналы, даже слегка чувствительные, не болевые, а вот дергает там что-то, ёкнуло что-то. Оно все нам дает о том, что в этом месте подавлено чувство. Какое чувство? Обращайтесь просто в биологию о том, какой участок тела, ну, где кольнуло, где боль или какая-то болезнь. Какая функция у этого организма, хотел сказать, у этого органа, у этого участка тела, какая функция? Если это кожа, то это связь между внешним и внутренним. Если это кожа там, где глаза, то это связано, ну, внешнее поведение, внутреннее состояние не вяжется, да? У вас конфликт на коже. Если это кожа рядом с глазами, значит, здесь нужно смотреть с вашим видением, с вашим вниманием связано. Если это кожа где-то на руках, там проблема, там, не знаю, шелушатся руки, или как у меня шелушатся руки, ну вот здесь вот очень сильно шелушатся, да, то это связано с делами. То есть не соответствие моего внутреннего состояния, как я хочу делать и что я делаю. Если это с ногами, там какие-то поражения ног, грибки ног или еще что-то, неважно, что там на коже, то получается мое внешнее поведение, что я куда-то иду вперед, не вяжется с тем, куда я хочу идти. То есть не на ту дорожку пошла, не в те дела пошла, не на те курсы пошла обучаться, не знаю, не то, что я хотела. Делаю вид, что вроде как нормально, на самом деле иду не туда, понимая, что я хочу другого.
Если у вас болит сердце, сердце о чем вообще говорит? Какие у вас ассоциации с сердцем? Для чего нужно сердце? Сердце, оно не просто качает кровь, это сосуды качают кровь путем того, что они, ну, сжимаются. Сердце помогает сосудам качать кровь, но это не основная функция. Вот, почитайте, какая основная функция у сердца. Где вы в жизни так не делаете? Где вы в жизни глушите вот эти действия? Волосы для чего человеку? Кожный покров. Где волосы находятся? Что там с ними не так? Выпадают либо слишком много, либо слишком мало, либо еще что-то. Вот. Какая функция у волос? Где вы так не делаете? То есть, когда вы накидаете ассоциации для себя, понимая, для чего этот орган, вы ответите на этот вопрос так, что вы, вас вот щелкнет как инсайт, и у вас все случится, вы поймете ответ, эта боль пройдет, пройдет сигнал, пройдет болезнь, потому что когда вы уже знаете, какой сигнал вы хотите себе подавать, вы перестанете себе сигнал этот подавать. Вам не нужно будет бить себя коликами там в почках, потому что вы уже понимаете, что это за сигнал, и вы уже, раз вы осознали это, у вас поведение меняется, желание меняется. Вы начинаете действовать по-другому, вы начинаете проявляться по-другому, говорить по-другому, смотреть по-другому. То есть, когда вы понимаете, о чем был сигнал, телу уже не надо это сигналить. То есть болезнь пропадает, боль пропадает. Врачи говорят, у вас все в порядке, не было у вас никогда аппендицита, пока вас везли, вы там осознали, что у вас, ну, почему аппендицит может быть, да? Привозят, а вам врач говорит, ой, мы перепутали, там не это не аппендицит, не подтвердились диагнозы. То есть вот это вот чтение общее, да, как вот гороскоп для всех, оно может вам на начальном этапе как-то помочь? Вот вы меня сейчас спрашиваете, о чем у меня давление, да? Где я на себя давлю? Что такое давление вообще? Какая функция давления? Для чего нужно давить? Давить — это тоже хорошо, давление — это тоже хорошо. Низкое давление или высокое давление? Если высокое давление, то вы где-то что-то там заставляете себя. Если это голова, то это связано с вашими мыслями, с вашими проблемами, которые в голове там. Если это низкое, то вы наоборот забили, не хотите это решать, думаете, что это не проблема, и это не нужно, ну, на это не нужно обращать внимание. То есть вы должны вот рассуждать. И только в рассуждениях вы можете убрать свою болезнь и свою боль. Потому что если извне вы получаете вот эту информацию, она вам ничего не даст. Ну и что дальше? Ну, узнала я, ну вот, я давлю на себя, и чё? Но вы не рассуждали, поэтому осознание не пришло. Поэтому еще раз предлагаю, если вы видите какую-то болезнь в каком-то участке тела, какую-то боль, идти просто читать биологию. Идти просто читать строение человека, для чего, какой орган, какую функцию он выполняет. Вот это вот читать. Это самое будет полезное для вас. Причем я даже знаю, для чего там нам глаза, волосы, кожа. Я все равно иногда читаю, потому что такие вещи интересные. Кожа — это не только вот защита, оказывается. Кожа имеет и другие функции. Там очень много у нее функций. И вы пока будете читать, какие функции, да, что-то с вами срезонирует. Вот, поэтому я не хочу по психосоматике, вот честно, отвечать, вести эфиры. Мне кажется, они какие-то бесполезные. Я могу со своей точки зрения рассказать, да? Но у вас-то будет другой ответ, у вас свой ответ будет. Как начать позволять себе финансовый уровень выше, чем тот, что есть? То, что есть, я рада ему, но развитие хочется, расширение хочется. Идем и пишем в списке желаний. Что вы хотите, а потом смотрите, что вы хотите чувствовать. Идете чувствовать на ваши чувства, на ваши желания приходит финансовый поток, а не просто так. Если у вас нет желаний, и вы не знаете, для чего эти желания, какие чувства вы хотите испытывать, то, ну, вы хотите средства иметь, а не само желание. Это средство, ну, не имеет как бы энергии под собой, это действие. Деньги — это всего лишь средство обмена одного желания на другое. А вам надо понимать, какое вы желание хотите.
чтобы на них приходили деньги. Доктор Нелли, да, Нелли Малышева. Не, вот, не надо меня так называть, потому что я не буду вообще про психосоматику говорить. Если долг — это что-то задолжало себе, все разрешило, а долг бац, увеличился. Значит, вы не разрешили себе. Значит, вы не отдали себе долги, которые вы себе задолжали. Так. Я буду пропускать вопросы по психосоматике. У меня иногда голова не чувствует, хотя я сама себя сильно массажирую. В чем вопрос? Какая проблема, в чем беда? Нелли, я только что в этом эфире писала про свои страхи в новом городе. Вот сейчас уже мне предложили хорошую работу. Елена, вы осознали с закрытыми глазами на прошлом эфире, да, когда я говорила, представьте, если вы все обо всем знаете, то вам тут же захочется умереть реально, потому что жить так страшно, когда ты знаешь, где ты ударишься, где ты упадешь, где споткнешься, где тебе там какой едой накормят, где ты поспишь, блин, это страшно. Классно. Сохрани, пожалуйста, эфир. Ладно. Даже стучу, давлю руками, ощущение, что пустота там. А, где голова, онемение? Ну, онемение вообще. Это когда мы подавили свои чувства, наш организм просто перестает реагировать на сигналы тела, и у нас в теле, получается, в разных участках тела онемение. Оно говорит о том, что мы подавляли очень долго свои чувства, и у нас большое желание не чувствовать боль, потому что страшно, душевную боль не чувствовать, потому что, ну, тоже страшно. Блин, так страшно чувствовать боль, поэтому мы настолько классные творцы, что начинаем убивать свое тело и заглушать все сигналы. Тело становится бесчувственным. И чтобы хоть что-то почувствовать, нам нужно очень сильно постараться на высокой ноте себе дать боли еще больше, еще трэшевую ситуацию какую-то сделать, чтобы хоть как-то ее почувствовать, потому что мелкие мы уже не замечаем. Вот, мы настолько начинаем привыкать, ну, каким-то таким мелким неурядицам жизненным или боли в теле, вот, что уже перестаем замечать. И чтобы хоть как-то замечать себя, мы все больнее и больнее себя бьем. Изнутри или снаружи, это неважно. И онемение, если уж прям совсем голова, да, это желание вообще перестать себя слышать. У меня онемение вот здесь вот. Года 2-3 было. Кстати, вот последний год у меня здесь, я чувствую, у меня прям вот полгубы и вот так вот. Вот тут просто вот можно иголку было воткнуть, я не чувствовала ничего. Тесла на $600 упала, так, надо зайти купить. Ладно, потом куплю. Сорян, отвлеклась. К чему хотела сказать про онемение, я забыла. Блин, отвлеклась этим Тесла. Нелли, как полюбить козерожьи качества? Мне плохо от планирования, а без этого никак. Рассоздать, наверное, шаблон, что без этого никак, и перестать планировать. А то, что вы опаздываете, это надо шаблон... опоздать, торопиться и не торопиться, да, и шаблон опаздывания трансформировать. Дело в том, что мы никуда не можем опоздать. Вот от слова совсем. Мы всегда в статичной точке, здесь сейчас находимся, а наш мир подстраивается вокруг нас, под наше мышление. Если вы осознаете себя здесь сейчас, и что каждый момент времени такой, какой нужен, то нам больше некуда торопиться. Вот даже когда, вот очень много было случаев, когда я и рядом со мной люди, которые в теме, когда мы опаздывали на самолет, когда мы опаздывали на поезд, очень много раз такого было. Мы просто понимали, что бежать бессмысленно,
Ну, здесь сейчас всегда придем вовремя, если он улетит, поэтому так надо, если поезд уйдет, поэтому так надо. И мы приходили всегда, то самолет задерживали, то поезд задерживали, то у нас часы неправильно, у всей толпы вдруг шли не так. То время перевели, кажется, на час назад или час вперед, на час назад. Да, и каждый раз, приезжая на вокзал, понимая о том, что мы никуда не можем опоздать, мы приходили вовремя, как ни странно. Это было в моей жизни очень много раз. И если я вдруг куда-то опаздывала, я наоборот себе всегда говорю, это хорошо. Вот, по поводу работы. Очень часто опаздывала на работу. И каждый раз, когда я нервничала, меня отчитывали. Но это было крайне редко. А потом я забила и думаю, да и пофиг, а что торопиться. Но я все равно на час опоздала. Лишние полчаса зайти еще и покушать там в Макдональдс вообще погоны не сделают. Орать так с песней. Пускай начальник там орёт, ну и хрен с ним. Можно еще в магазин зайти, там что-нибудь тебе посмотреть. Просто прогуляться, еще поболтать там с кем-нибудь там по телефону. То есть я не торопилась. И каждый раз, когда я приходила вовремя. Получалось так, что начальства нет. Либо открытие позже там, либо еще что-то. И каждый раз я приходила тогда, когда надо. То есть реальность под меня подстраивалась, как только я переставала торопиться. И я считаю, что я нигде не могу опоздать. А если я и опаздываю, ну, блин, всем участникам, кто находится в моем поле, им для чего-то этот урок нужен. Не просто так у начальника там подчиненный опаздывает. Я, кстати, тоже никогда не ругала людей, которые у меня опаздывали на работу. Ну, опоздали, ну и хрен с ним. Вообще. Единственное, я просто говорила так, Кристина, проспала утром, вечером лишний час, если ты не успеешь доделать работу, ну вот на этот час, который ты опоздала, доработаешь, если нужно будет. Если ты раньше это все успеешь сделать, можешь раньше вообще домой уйти. То есть я всегда к этому лояльно относилась. И просто надо вот этот шаблон рассоздать, что вы можете опоздать. Это в принципе невозможно. Если вы творец, то вы не можете опоздать. Красивая стрижка, каре, да. Нелли, ты невероятно хорошо выглядишь молодо. Какое состояние внутри тебя, по-твоему, это материализует? Какое состояние внутри тебя, по-твоему, это и материализует? Ну да. Мне 37. Я бы себе дала. Ну, внешне, может быть, на 28-30 я бы себе дала. А вот по внутреннему состоянию, ну, 20 вообще, 23 максимум. Я в 23 была серьезнее, чем сейчас. Такая, знаете, бука деловая, там, в университет, на работу. Плащичек, туфельки, шпилечки тогда носила. Это сейчас как обалдуйка переоделась там в кроссовки. Ну, чувствую себя более такой расслабленной. Тогда нужно было там деловой колбасой быть. Я еще в ювелирном магазине работала параллельно с учебой. И нужно было вообще марку держать. Я в 23 себя на все 40 чувствовала. Вот, деловая колбаса вся такая правильная. Вот, сейчас-то у меня такого нет. Ой, спасибо, столько комплиментов. Нелли, я как-то в эфире говорила про наследство. Так вот. Ой, убежала немножко. Так вот, наследство изменилось. Я думала, что слушаю тебя, и нифига. А тут такой поворот. Спасибо за каждый эфир. Блин, а где подробности? Вот, вот что за люди? Вот взять вот так, заинтриговать, что там изменилось, что там с наследством? Напиши, пожалуйста. Я начинаю это читать, и теперь все ждут. Что ж там случилось? Мне интересно. Так. Слушайте, вот. Наследство было с долгом. Пришла решать. И сейчас я прочитаю про себя, чтобы правильно прочитать. Наследство было с долгом. Пришла решить уже и отдать все эти долги. Если не могу дать себе, так хоть деньгами отдам. И тут пипец. Пришла только в плюс.
Долгов нет, испарился. Вот это физика. Катя, ты крутая. О, очень, прям вот, прям вопрос. Что значит обратить на себя внимание? Никак не могу понять. Мы всегда мыслями находимся вовне, глаза наши смотрят вовне, мы видим все вокруг как отдельное от себя, мы людей всегда делим, я это я, они это они, вот у них вот так, тебе нужно жить вот так, мы за каждого знаем, как кому жить, что как делать, мы на себя не обращаем внимания, то есть мы как это, бревно в себе вообще не видим, да, соринки только, или наоборот, соринки видим, не видим, не, короче, у себя ничего, да, видим бревна. А это проекция. Если соринка в глаз попала, да, мы же соринку не видим, мы проекцию бревна видим вовне. Мы замечаем все проблемы у каждого человека. У этого там денег нету, вот этот некрасивый, у этого глаза такие, а вот это вот красивый, я не такое вот, а вот этот вот прям капец красивый. А я хочу быть вот такой стройной, как она. Мы всегда оцениваем все вокруг. Ну, а о себе не думаем. Обратить внимание на себя – это значит продолжать смотреть на внешнее, но понимать, что это точная копия вас. То есть все, что вы думаете о каждом человеке, это вы говорите про себя. Все, что вы чувствуете каждому человеку, это чувство внутри вас находится. Вы не человека чувствуете, вы себя чувствуете. Это вот как кружка кофе, да? Я вот вижу кофе, но видят мои глаза. Я трогаю гладкую поверхность, она еще теплая, даже можно сказать горячая. Но вот эти чувства, они внутри моего тела. То есть я не гладкий стакан чувствую, я чувствую чувства, которые внутри моего тела, внутри моих пальцев, понимаете? То есть глядя на него, я чувствую себя. Трогая стакан, я чувствую себя. Я не стакан чувствую. Я себя чувствую. Чувства мои внутри моего тела. Когда вы смотрите и оцениваете весь этот мир, вы много чего чувствуете, но вы даже не обращаете на них внимания, что вы при этом чувствуете. И вы не понимаете, что чувствуете вы себя, глядя на весь этот мир. И когда вы людей оцениваете и что-то чувствуете, у них происходит, на самом деле это ваше внутри тела происходит, внутри вас это происходит. То есть мы забываем видеть во всем себя, свою собственную проекцию. Мы пьем воду, она для нас безвкусная, хотя имеет вкус. Мы даже не обратили внимания, не почувствовали ее. Мы не чувствуем о том, что мы сливаем свою энергию и находимся в унынии, там, в депрессии, но стоит только понаблюдать себя, что я сейчас чувствую, уныние, и понаблюдать, как это уныние в вашем теле передвигается, вы начинаете видеть, что это уныние перерастает в радость, и вы в теле начинаете чувствовать совершенно другие вибрации. То есть каждый раз, когда вы наблюдаете, что происходит в вашем теле, какие чувства и эмоции вы испытываете, они начинают в вашем теле меняться. Если вы наблюдаете этот мир и находитесь в депрессии, эта депрессия, ну как бы, получается, вас выжимает из вас все эти соки, и вы не можете из нее выбраться, внешний мир на вас влияет, все давит, все вам не нравится, короче, все хреново, хреново. Вы себя не наблюдаете этот момент. Но стоит только обратить на себя внимание, почувствовать, что происходит с вами во время этой депрессии. Только вы обратили на себя внимание, а это значит, внимание это и есть любовь. Вы стали любить себя, ощущая, что вы ощущаете, наблюдая ваши ощущения, вы начинаете любить себя. Под любовью вы начинаете испытывать другое состояние, вы начинаете испытывать любовь. У вас меняются все ваши чувства, которые вы чувствовали, но не обращали на них внимания, потому что ваша любовь была направлена вовне. Куда внимание, туда и любовь. Куда внимание, то туда энергия. Куда энергия, то и материализуете. Вы, когда себя не наблюдаете, вас нету. Есть все вокруг, но нет вас. Как еще можно объяснить? Еще, блин, с какой точки зрения?
То есть любить себя — это наблюдать свои чувства, ощущать себя, понимать, что куда бы вы ни смотрели, что бы вы ни щупали, что бы вы ни осязали, какие чувства бы ни испытывали, эти все чувства говорят о том, что вы это все испытываете к себе. И вы себя изучаете через весь внешний мир. Все ваши чувства внутри вас выходят, если они проявлены, как проекция вашего сознания. То есть все ваши чувства в уплотненной форме делают вот эту вот всю картинку вокруг вас, которую вы наблюдаете. Вы проектор, который у вас в голове, проявляете через уплотненную форму чувств, то есть своим вниманием уплотняете свои чувства в плотную форму, в плотную материю и материализуете это все вокруг. То есть проекция вашего мышления, ваших чувств внутри вас, она вовне в материальной форме. И вы эту материальную форму, эту проекцию, эту киношку сами себе показываете, чтобы эту киношку щупать, трогать, смотреть на нее, тем самым познавать себя. То есть мы, проекторы, проецируем внешнюю материальную действительность для того, чтобы себя щупать и себя познавать. Наше предназначение — быть, существовать и познавать себя, какие мы есть. И вот все, что вокруг вас происходит, это все сделано вами с любовью, с вашим вниманием, для того, чтобы вы это все щупали, игрались в это и себя познавали. Любовь к себе — это видеть то, что вы создаете как творцы. Видеть это в себе, что вы это создаете с собой, что это ваш мир, сделанный из вас. Как еще можно? Еще с какой стороны подойти? Хотя мне кажется, блин, вот это вот уже ну, банально достаточно. Зачем еще усложнять? Любите себя, ощущайте себя, чувствуйте, что вы сейчас чувствуете. Наблюдайте себя, наблюдайте ваши ощущения, наблюдайте ваши эмоции. Разрешайте себе выпустить в мир все эмоции. Вот, например, про желание. Каждый эфир про желание. Ну, мы в жизни живем, потому что мы очень много желаем. То есть наша жизнь — это воплощенное желание наше. У нас есть желания ума, которых мы не наблюдаем вовне. Ну, например, квартиры, машины, там, дети, мужья, путешествия, не знаю, что еще, научиться английскому языку. Вот. Но этого в жизни нет. Потому что для этого воплощения желания не хватает каких-то пазлов. То есть мозг рисует картинку, образ, проекцию вашего букета чувств. То есть, как кофе, да? Какие чувства состоят, вот этот стакан с кофе, из каких чувств состоит? Тут их просто масса. И плотность, и теплота, и гладкость. Ну, можно много чего перечислять. Чувства мы чувствуем глазами, руками и сердцем, чувствуем и кожей, там осязание, и слышим. Вот это вот все создает эти картинки. Если нам мозг подкидывает какое-то желание, которого нет, мы просто даем себе подсказку, какие чувства мы хотим испытывать сейчас, чтобы себя познавать, какие чувства нам нужны сейчас для проживания этого момента. И вот для машины не хватает определенных чувств, а мы эти чувства даем себе, потому что мы все разделили на плохо, на хорошо, на правильно, там неправильно, на темное, на светлое, на негативное, негативное, позитивное, негативное, на нужное и ненужное. И вот все, что мы отрицаем, все темное, все негативное, все ненужное, все неправильное, все плохое, оно подавляется. И для желаний не хватает очень много тех чувств, которых мы подавляем. Нам тело орёт, типа, вот, я тебе показываю, каких чувств не хватает, а тело болеет под каждое желание. Тело колет под каждое желание, сигнал тела показывает нам под каждое желание, каких чувств подавленных нам не хватает для воплощения того или иного желания. И наблюдать себя — это наблюдать свои чувства, разрешать себе проявляться —
по-разному. То есть у нас есть такой шаблон: я правильная, я хорошая. Все, я для всех должна идеальной быть, и тогда меня будут любить. Но почему-то эти люди, таких идеальных, хороших и правильных, еще больше ненавидят. А ты сидишь такой и думаешь: блин, ну я вот всем угодил, вот всем пытался понравиться, ну вот всем жопу подлезал. Ну почему? Меня шпыняют до сих пор, я не могу понять. Вот такое, наверное, часто с каждым было. Кто-то, я так думаю, и не раз через этот опыт проходил. А все потому, что вы давите эти чувства, вы могли бы сказать: нет, я не хочу там присмыкаться перед тобой, да, у меня есть свои границы. То есть проявить себя вот как вы хотите, а не спрятаться под маской такого правильного, интеллигентного человека, который не может высказать свое мнение, в жопу его засунул и так далее. Сорян за то, что я так говорю. Вот мне хочется сейчас проявиться вот так. Вы эти чувства подавляете, а люди вокруг вас, ну, ваши эти Микки Маусы, они вам показывают то, что посмотри, как ты сам себя шпиняешь, посмотри, как ты сам себя не любишь. Ты перед нами присмыкаешься, а мы тебя за это еще больше пнем, потому что ты сам себя пинаешь и заставляешь делать то, что ты не хочешь. Весь окружающий мир нам показывает, в чем мы себя останавливаем. Прямым текстом всегда показывает. Нам нужно это все проявлять, не подавлять. Тогда и желания наши будут исполнены, и любовь к себе будет. Есть любовь к себе, тогда есть что дарить и другим. А если мы себя не любим, мы и других любить не можем, потому что нам нечем делиться, у нас там минус в этом деле. Все понятно, как любить себя, обращать на себя внимание, надеюсь. Ох, на 24,5 выгляжу. Прикольно. Да, мне 37. Спасибо. Гуччи всех круче. У меня часто зеркальные ситуации с подругой, даже болезни. Почему так? Я, наверное, уже дала ответ. Мы своими мыслями творим любые формы. Негатив — это иллюзия. Если в зеркало смотреть на себя, это любовь к себе. Мы не видим, что у нас внутри. Поэтому мы проекцию внутреннего проецируем вовне, чтобы наблюдать себя вовне. Мы вовне. Мы не внутри, мы вовне. Мы проявлены вовне. Внутри ничего нет. Мы проявлены вовне. Внутри нас, ну, ничего. Ну, ничего — это что-то. Бог. Мы боги. Мы один единый Бог. Мы единое сознание. Там, творец, я не знаю, Аллах. Как угодно можно назвать. Мы проявлены вовне, чтобы себя познавать через все вот это вот внешнее проявленное. Даже вот если я вру, даже если я говорю все чушь, все не так, это не важно. Важно то, что если вы поэкспериментируете хотя бы немного времени и начнете быть таким, какой вы есть, не пытаясь ни от кого это скрывать, тем более от себя, мы же от себя скрываем, я не такая, не-не-не, это не, в нас есть все. Но мы решили, что вот у нас есть определенный образ о себе, и мы решили, что вот мы вот то, что мы о себе думаем, а все остальное — это типа не я. И вот это вот все подавление, оно постоянно нам сигналит извне, чтобы мы на это обратили внимание, что это все-таки в тебе есть. Эти чувства же ты испытываешь, значит, они твои. И как только вы разрешите себе проявляться, вот просто вот проявляться так, как вы хотите, не оценивая, хорошо это или плохо, правильно это или неправильно, надо это или не надо. Вот здесь сейчас я хочу, и все, это достаточная причина. Вот именно так, и не хочу даже объяснять себе, почему я так хочу, а другим-то тем более объяснять не надо. Зачем Микки Маусом этим всем проекции вас объяснять? Даже себе не надо объяснять. Я просто хочу, и все, это достаточно. Я творец, я экспериментирую, я пробую, я играю, я создаю эти правила, мне так надо. Я так хочу, это жизнь, она разная. Я хочу получить разный опыт во всем.
Как только вы вот так проживете, вы увидите, что у вас куда-то все болезни пропали. Болезни близких пропали, долги пропали, деньги появились, желания исполнены, ваши машины, квартиры откуда-то взялись. Вы просто не пробовали так жить. Вы можете мне не верить, но вы можете, по крайней мере, взять и провести эксперимент. Через месяц скажете спасибо, там, или через неделю, кто-то там через два, в зависимости, как вы там будете проявляться. Вы просто попробуйте. Мне верить не надо. Любимая моя фраза и фраза многих моих любимых людей. Ой, как я люблю кофе. А губы заточенные от него. Так. После аварии пропали вкусовые и обонятельные ощущения. Не чувствую еду и приятные запахи. Неприятные чувствую. Зачем? Почему? Вот здесь вопрос. Какая выгода не чувствовать мне запахи и вкус? Вот, ну, есть выгоды, есть. Что-то вам это дает. Вы какое-то противоречивое желание не хотите отпустить. Что будет, если у вас появится вкус? И какие выгоды от того, что вы неприятные чувствуете? Вот. Честно себе ответьте, вот что вот первое в голову придет, то и записывайте. Не может быть такого, не может быть такого, вот просто не может, чтобы не было выгод вторичных. Если вы их найдете, у вас появится вкус, потому что вам уже не нужно будет его скрывать, если вы найдете ответ. Он у вас есть, заявите себе волю, осознать этот ответ, неважно, сколько времени пройдет. День пройдет или год пройдет, пока вы будете искать этот ответ. Но когда вы найдете этот ответ, а он есть, он будет, у вас все обратно вернется. Если у вас есть такое желание, оно исполнится. Здесь еще можно другой вопрос себе задать. Почему я хочу, чтобы у меня не было ответа? Какие выгоды в этом тоже есть? Она каждый раз говорит одно и то же. Вы бы хотя бы, кто подменили ее. В книге про зубы найдете ее ответ. Да, кстати, там тоже есть такое. Читаю книгу про зубы, тут прямой эфир. Как книга называется про зубы? Для чего Богу зубы? Как мне нравится, как ты преподносишь людям информацию. Спасибо, спасибо. Сама от себя торчу. У-ху! Подписывайтесь, буду рада видеть всех друзей у себя в Инстаграме, кто смотрит меня на Ютубе. Ставьте там пальцы вверх, вверх, можно вниз, не важно, главное пальцы. И подписывайтесь, это я для тех, кто будет меня смотреть. Нелли, кто придумывает название книг? Я так думаю, коллективное сознание придумывает и передает. Нелли, ну-ка запиши, я такая, точно. Я открою вам секрет, который уже открывала каждый эфир. Когда я пишу книгу, ну, черновики, и начинаю потом... Ну, сначала мне приходит какая-то идея. Я эту идею быстро записываю, там, голосовуха в телефоне или текстом, неважно. Эта идея, ну, куда-то потом на неделю, на две теряется. Потом я возвращаюсь, начинаю перечитывать, такая, о, это что, я написала? Спрашиваю всегда у Вики, сценарий одинаковый. Вика, это я писала? Она такая, ну да. Я говорю, интересно, я не помню этого. И каждый раз одно и то же. Потом начинаю эту книгу, ну, перечитывать там, ну, и пытаюсь из нее там главы сделать, дописываю там что-то, разворачиваю, углубляю, ну, как это обычно делается. Пишу и не понимаю, что откуда я это знаю. Ну, то есть у меня такое состояние, когда я пишу книги, я не понимаю, что я пишу. Потом я перечитываю, и у меня всегда вопрос, это я написала? И вот когда полностью была готова книга «Зубы» или книга «Деньги», вот, я ее перечитала уже в PDF-варианте, который мне оформили дизайнеры. Я была в шоке от того, что я этого не знала. Я не знаю эту информацию. У меня как будто забвение какое-то. Я пишу, и вот вы когда меня сейчас спрашиваете, кто придумает название, ну, конечно, я придумываю название. Вопрос... Я их даже не придумала, оно как-то само. Не знаю, как это сказать.